Советская мануфактура сумок. Там можно сфоткаться даже. Так, это мы сделаем, но позже. А, вообще кадр интересный. Теперь пройдем по улице до здания суда, где я начинал свою сегодняшнюю неперспективную деятельность. Да, дороги в вязких полянах оставляют желать лучшего. Дороги и тротуары. Труженики не пропали. Место интересное. Будем отвлекаться, но справа яркий пример и слева таких дорог. С чем это связано? Ну, похоже, бюджет нищий города. Я не знаю сегодняшних правителей, как города. Обвинять никого здесь не буду пока. А вот государство похоже, ну, псевдогосударство РФ, похоже, кинуло дорожную программу в городе. Либо бюджет куда-то на сторону уходит. Это здание или забыл уже. Ну, пойдем зайдем. А вот не наломаем. Когда-то я ходил, хоть с вами.
Это было давно. Нет, это похоже другое. Опять выходим на улицу. А, ну да, чуть повыше. Да нет, сюда чуть повыше, по-моему. Либо там и было. Что-то я уже запамятовал. Либо куда-то переехала и сейчас. Посмотреть в интернете. И сейчас там что-то другое делают. Ремонт. В прошлый раз приезжал, был ремонт в суде. Но тогда здание было похоже на себя. Сейчас нет. Ну, поньки. Уже дождь пошел. Да, это здание сюда, скорее всего, тут переехало. Потом посмотрим, куда. А мы возвращаемся домой. Поскольку вон оно, небушка. Какое сегодня. Еще одна пятерочка. Это мы потом туда сходим. Да, ругал я Первомайск. Там, по-моему, дороги-то еще более-менее. Улица Азина, по-моему, если мне не изменяет память. Там дальше виднеется вот здание. Это семейное общежитие, где мы начинали свою жизнь в городе Вятские Поляны. Я имею в виду моя семья.
дороги. Хотя, может, это какая-то глобальная реконструкция. Но все просится давно ремонта. Ну точно. Зря мы здесь вышли. И вот тротуар делают. В этом году вряд ли уже здесь что-то будет. Что-то они размахнулись по всему городу такое. Это мы уже вошли в свой район. Имеется в виду микрорайон. Здесь спустимся, да, наверное. Ой, здесь все разбито. Это да, что-то. Что-то я тоже заплутал немного здесь. Ага, все понял. Мы здесь пройдем, тогда попробуем. Вот, выходим уже к своему дому, недалеко. Там просто похожий двор. Я даже удивился, что дети плачут, хотя в нашем дворе такого редко можно увидеть. Пойдем тут.
Но впереди уже это наш домик. Вот первая наша прогулка по городу Ветский Полянный подходит к концу. Вот наш домик. Детки играют. Ты бьешь? А, фишка на себя. Просто мне в рот попала два раза. На самом деле не видишь, не видишь, ты че? Ну вот мы и пришли почти.